В Тверском областном суде идет допрос потерпевших по делу о массовом расстреле. В городе Тверь начался суд по делу о кровавой бойне в поселке Редкино Конаковского района. Страшная трагедия произошла в ночь на 4 июня в одном из садовых товариществ. 45-летний москвич Сергей Егоров застрелил из карабина 9 человек. Спастись удалось только одной девушке. Она и вызвала полицию. 14 томов уголовного дела рассмотрит коллегия из трех женщин-судей. Егоров признал свою вину, но от дачи показаний он отказался. С утра в Тверском областном суде проходил допрос потерпевших. На первое заседание по делу о кровавой бойне приехали не все родственники жертв. Многие привезли с собой портреты убитых родных. Из 9 вызванных в суд прибыли 7. Еще 2 приехать не смогли. Первая потерпевшая – Татьяна Байкина, родная сестра убитой Светланы Сорокиной. Она заявила ходатайство о компенсации морального вреда на сумму в 1 миллион рублей. Такое же ходатайство о компенсации морального вреда заявила сестра убитого Олега Демченко, Елена Шмелева. Потерпевший Дмитрий Васильев, потерявший сразу 2 родственников, сестру Веру Смирнову и ее мужа Павла, потребовал в качестве компенсации морального вреда 2 миллиона рублей. В общей сложности 7 потерпевших потребовали 9 миллионов рублей. Сам подсудимый никаких эмоций не показывал. Абсолютно непричастный вид Егоров сохранил и оказавшись забронированным стеклом на скамье подсудимых. Ни на один вопрос журналистов он так и не ответил. Разговаривал, а точнее перешептывался Егоров только со своим адвокатом.